Павел, позывной мой Воробей. Впечатление после концерта? Впечатление? Масса. Знаете, смотришь и кажется, что войны нету. Именно началась нормальная мирная жизнь. Но и не хочется задумываться дальше, будет ли война или не будет. Думаю, что все будет хорошо, но пока наша земля не вся отвоевана. Очень рад, что люди морально поддерживают солдат, что люди не забывают о них. Они не забывают о тех людях, которые готовы сложить жизнь за нашу с вами родину. Степан Николаевич, адвокат. Впечатление, ну, если честно, концерт очень понравился, то немножко воодушевило, ну, так скажем, сам занимался когда-то музыкой, сам занимался в ДК, поэтому некоторых преподавателей вокала даже немножечко знаем, вот, когда-то пересекались на одной сцене, очень понравилась программа, увлекательная, классная, вообще, слов нет, одни эмоции, одним словом, как-то так. Очень понравился танец, хочу выделить, вообще замечательно, девочки программу отработали, в общем, на...